День добрый, с вами Смирнова Ирина, и сегодня мы продолжим работать с нашим пикселородитором. Но сегодня у нас будет такое практическое занятие, на котором мы с вами обработаем самую обыкновенную фотографию. Зачем я сделала это видео? Мы изучили с вами работу и инструмент редактора, но нам нужно использовать этот редактор в практических целях. Я надеюсь, что вы помните о том, что я практически даю уроки людям, которые совсем вот только-только начинают работать в интернет. И поэтому эти практические навыки я буду давать сейчас самые-самые элементарные, самые простые, для того, чтобы их мог использовать практически любой начинающий блогер. Итак, начинаем мы с того, что мы зашли с вами в PixelEditor, и теперь загружаем изображение. Я загружаю изображение с компьютера. Я подобрала вот такую фотографию в интернете, сейчас мы с вами с ней попробуем работать. Ну, первое, что мы должны сделать, это фотография у нас, конечно, маленькая. Нам нужно ее увеличить. Для этого мы с вами увеличиваем наше рабочее поле и увеличиваем саму фотографию. Сейчас она показана в размере 100%. Я ее увеличиваю в размере. Немножечко меняется качество самой фотографии. Но для нас это сейчас не самое главное. Я могу увеличить вот так, как сейчас я вам показала, то есть вот на этой шкале, или передвинуть бегунок, или приблизить фотографию, вот эта кнопка приближения, или отдалить фотографию, для того, чтобы уменьшить фотографию. Или же я могу взять вот здесь лупу и просто кликнуть по фотографии, она у меня увеличится, ну, до тех же самых 150%. Итак, с чего мы с вами начинаем? Ну, первое, что нам нужно убрать, это, наверное, вот эти вот изъяны на коже, которые здесь у нас отобразились. Мы с вами изучали инструменты, когда я сказала, что вот такой инструмент, как штамп, я вам покажу немножко позже. Что такое инструмент штамп? Давайте я еще чуть-чуть приближу фотографию вот так вот, вот таким образом. Что такое инструмент штамп? Инструмент штамп – это такой инструмент, которым мы с вами можем скопировать какой-то участок нашего изображения и перенести этот участок на другое место. Я нажимаю вот на этой панели инструментов инструмент штамп. Он появляется у меня наверху. Мы с вами видим, что мы можем здесь выбрать размер этого штампа. Давайте я выберу вот где-то, наверное, 30-ку. Обратите внимание, что здесь может быть рисунок самого штампа с ограниченными краями, может быть с размытыми. Я, естественно, беру с размытыми. Для чего? Для того, чтобы у нас с вами не было резкой границы. Закрываю. Непрозрачно составляю 100. Но иногда бывает, стоит уменьшить непрозрачность для того, чтобы это было более такое естественное состояние. И теперь моя задача взять кусочек изображения, который я буду переносить. Для того, чтобы взять кусочек изображения, я зажимаю клавишу Ctrl. Вот посмотрите, я зажала эту клавишу Ctrl, у меня появилась такая цель. Обратите внимание на то, что когда вы будете корректировать фотографию, берите чистый участок кожи рядом с этим пятном, тогда это будет более естественно. Я нажимаю левую кнопку мыши. Отпускаю клавишу Ctrl, навожу цель, вот прямо беру в перекрестие вот этот изъян и нажимаю левой кнопкой мыши. Как видите, изъян ушел. Ушел он точно такого же цвета стал, как вся вот эта вот кожа. Если вы возьмете прозрачность 100, то у вас этот вопрос будет решаться немножечко сложнее, потому что у вас могут остаться такие пятнышки, которые будут подчеркивать то, что вы работали с этим участком кожи на фотографии девушки. Вот этот участок кожи теперь давайте возьмем, зажимаю клавишу Ctrl и убираю вот эти вот два пятнышка. Здесь, как видите, кожа немножечко более розовая, поэтому опять зажимаю Ctrl, беру участочек рядышком, копирую и вот эти вот два пятнышка убираю. Как видите, вот это вот пятнышко оказалось немножечко светлее, поэтому я перехожу в журнале, как мы с вами договаривались, возвращаюсь, пятнышко остается здесь, и я вот тут вот под пятнышком буквально
беру кусочек изображения, и видите, у меня сейчас практически никаких проблем здесь не видно. Можно очень тщательно убрать буквально все, а можно использовать такой фильтр, как мы с вами говорили. Это удаление шума. То есть удаление некоторых таких вот неприятностей, которые есть на фотографии. Давайте попробуем. Я выбрала фильтр, нажимаю «Убрать шум». И видите, сама кожица на, кожа на портрете девушки становится более такой гладкой. Следующий момент, о котором я хотела вам рассказать, это возможность корректировки внешнего вида лица, то есть контуров лица. Ну вот такой инструмент, о котором мы с вами говорили, палец. Когда мы на предыдущих занятиях им работали, то было такое ощущение, что вроде бы использовать его практически, ну, будет очень сложно. Давайте попробуем использовать палец сейчас. Для чего я его буду использовать? Я его буду использовать для того, чтобы немножечко сделать уже крылья носа у девушки. Ну, давайте, во-первых, возьмем кисть вот 25-ку, то есть величину небольшую совсем. И теперь я подвожу вот к крылу носа инструмент, зажимаю левую кнопку мыши и немножечко двигаю влево. Сравните сейчас крыло носа с правой стороны от крыла носа с левой стороны. Давайте то же самое сделаем с левой стороны. Вот я немножечко как бы уменьшаю крылья носа. То есть здесь этим инструментом надо пользоваться очень-очень аккуратно. Теперь посмотрите, переносе у нас стало достаточно такое широкое по сравнению с крыльями носа, да? Мы точно так же можем немножечко, сдвинув внутрь, вот так вот, совсем чуть-чуть, сделать ширину носа уже. Помните о том, что пальцем вы смещаете не только само изображение, но и цвет этого изображения. Он как бы у нас уходит с вами, поэтому смещается точно так же. Вот таким образом мы с вами немножечко сделали более тонкий нос у нашей девушки. Следующий инструмент, который можно нам с вами использовать, это инструмент вот такой вот, раздувание. Ну вот сейчас очень модно иметь такие пухлые губы. Этот инструмент использовать можно не только для того, чтобы увеличивать, например, губы на фотографии. Но вы видели, наверное, такие фотографии, где увеличены бедра, увеличена грудь. Там, ну, это не только обязательно можно использовать по отношению к фигуре девушки, но просто я хочу вам сейчас показать, как этот инструмент работает. Вот сейчас, в данный момент, этот инструмент очень большой. Размер его, как видите, здесь 150. Я его уменьшаю, меньше 100 беру, вот так 67 беру. Для чего? Для того, чтобы очень аккуратно увеличить размер губ девушки. И сделать это таким образом, чтобы это выглядело достаточно естественно. Посмотрите, у меня раздувание будет от вот этой цели, которая находится внутри круга. Значит, где я хочу центр раздувания установить, я эту цель и ставлю на это место. Вот я сейчас поставлю здесь в центре губ и делаю буквально один клик. Посмотрите, губы становятся более пухлыми. Если я сейчас еще немножко уменьшу размер, вот так вот 40, то я попробую увеличить верхнюю губу. Вот так, немножечко совсем, чуть выше линии рта. Вот так вот, немножечко увеличиваю верхнюю губу. Так, чтобы это было, ну, будем говорить, естественно. Это мы сделали с вами, увеличили губы. Теперь давайте попробуем посмотреть, каким образом можно, например, откорректировать овал лица. Я беру второй инструмент, который является противоположным раздуванием. Вот этот вот инструмент. Опять же, он, размер у него очень большой. Делаю его размер маленьким. И давайте попробуем, ну, например, поднять вот так вот щеки. Естественно, это у нас с вами пробный вариант. Я просто хочу вам показать, как это работает. Помните о том, что если вы хотите поднять в сторону, например, лица щеку,
то вот этот центр, мишень этого инструмента должна быть за линией лица. Вот смотрите, я сейчас поставлю вот здесь вот и сделаю один небольшой щелчок. Видите, как бы щека немножко подтянулась. Это практически косметическая работа у нас с вами получается. То есть я могу вот таким образом овал лица скорректировать до идеального. Если, конечно, вам это надо. Но, в общем, я просто хотела показать вам, как работает этот инструмент. Ну, вот так вот. Вот таким образом, видите, щека становится, вернее, овал лица с этой стороны стал практически идеальным. Давайте вот здесь вот немножечко еще тоже поднимем, чтобы уже сделать. Помните о том, что у вас здесь только 15 возвратов может быть в журнале. Итак. Что мы еще можем здесь сделать? Ну, мы можем, например, подкрасить глаза у девушки. Каким образом мы это с вами сделаем? Ну, во-первых, давайте мы с вами увеличим само изображение. И попробуем сделать это достаточно естественным способом. То есть нам нужно с вами выбрать такой же цвет, а подкрашивать мы будем с вами ресницы. Нам нужно выбрать с вами такой же цвет, как вот здесь вот у девушки естественный цвет ресниц. Для этого я беру пипетку. Пипеткой я забираю вот этот цвет. Вот он здесь появился. Обязательно выхожу сюда. Здесь мне предлагается 4 варианта. Я беру тот, который посветлее. Помните о том, что более светлый вариант всегда смотрится более естественным. И беру карандаш. У карандаша размер, естественно, я беру самый маленький, единицу. И здесь я выбираю сами возможности карандаша. Если я беру Paint, то у меня сам карандашик будет очень-очень тоненький. И он будет идти у меня за практически вот светловато взяли мы с вами. Давайте вернемся сюда, и я возьму потемнее, вот так. А здесь мы давайте вернемся сюда. Теперь беру карандаш и пытаюсь вот здесь вот подкрасить наш глазик. Вот он таким образом у меня подкрашивается. Значит, посмотрите, если я сейчас возьму вот такой вот карандаш, вот посмотрите, вот я его, видите, показываю, он будет более широкий. И здесь можно будет более четко проработать. Нет, здесь нельзя так прорабатывать. Здесь надо брать вот такой вот карандаш Trail. И вот так вот им вести. То есть более естественный такой цвет. Можно здесь такие тени наложить. Женщины знают, что это такое. Я думаю, смогут сделать это более аккуратно, потому что на это нужно достаточно много времени. Нужно научиться с этим работать. Это не очень просто. Но вот, чтобы немножечко сделать акцент на глаза, мы с вами вот таким образом поработаем. Итак, я вывожу на вот такое состояние. Видите, глаза немножечко стали темнее, не совсем аккуратно, но более-менее. Так, теперь наша задача с вами подкрасить немножечко губы. Давайте еще чуть-чуть увеличим размер. Возьмем опять нашу пипетку. Ну, если, например, вы хотите подкрашивать вот таким тоном, то вы, значит, выбираете этот тон, выбираете то, что вам нужно. И берете карандаш. Или кисточку. Это все зависит от того, как вы собираетесь это делать. И подкрашиваете так, как вы считаете нужным. Подвести губы более аккуратно. Немножечко совсем. Вот здесь вот так вот сделать подводку. А для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас с вами был более яркий контур. Теперь наша задача с вами увеличить резкость.
Берем вот этот вот инструмент. Он так и называется резкость. И немножечко более резкими делаем губы. Более яркими. Вот если мы сейчас с вами снизим, то видите, у нас получается такая яркая подсветка на самом лице. Что мы еще можем сделать? Пройтись каким-либо фильтром. То есть вы можете здесь подкрасить глазки, вы можете здесь сбрать какие-то тени, осветлить, более яркого цвета сделать что-либо. Но вот для того, чтобы вот сделать действительно таким, ну, сияющим такой портрет, то можно использовать вот такой инструмент «Волшебное сияние». Вот посмотрите, какая у нас с вами получилась девушка. Если мы сейчас сравним с той фотографией, которую мы с вами загружали, то мы увидим вот такую вот разницу между этими двумя портретами. То мы увидим вот такую вот разницу. То есть мы не увидим уже никаких изъянов на коже. Кожа будет сияющая, так как мы, вот есть такой термин у косметологов, да, вы получите сияющую кожу. Лицо узнаваемо, но выглядит оно совершенно. Итак, сегодня мы с вами посмотрели самые-самые простые действия, которые можно использовать для работы с нашей фотографией. На следующем уроке мы с вами рассмотрим экспресс-работу. То есть не только сделаем фотографию, но оформим ее так, чтобы мы могли сделать и какой-то интересный коллаж или сделать поздравительную открытку. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина.